исчерпан. На ковер выходит Анна Бессонова. Альбина Николаевна Дерюгина тоже с благостной улыбкой проводила Аню на ковер. А ведь и Дерюгиной свойственно нервничать перед выступлением своей подопечной. Что это? Абсолютная уверенность в том, что Анна выступит блистательно? Или манера? Мы узнаем через полторы минуты. Вытянула вращение. Супер. Браво. Могу сказать, что это было выступление взрослой, такой сильной гимнастки, что она не борется сейчас за результаты, а она просто выступает. Ну, не знаю, как для... Я имею в виду, что внутри у нее нет такой цели выигрывать, кому-то что-то доказывать. Это видно на площадке. Она просто доносит до людей все свое нутро, все, что в ней скопилось, все, что в ней выросло за все эти годы. Она это все показывает. Ей хорошо это делать. Ей удобно и просто это исполнять, потому что Анна Бессонова, безусловно, идол современной художественной гимнастики. У нее нет тех результатов, которые показывает Евгения Канаева. И, по моему убеждению, у Ирины нету того мастерства, которое есть у Евгении, просто потому что Канаева совершенство. Хотя я могу ошибаться. Но у нее есть жизненный путь у Бессоновой.